попробуем разбить стереотип, то, что все качки, у них мышцы не настоящие, слабые, вот, они неподвижные и невыносливые. Привет, вы на канале Бодимания, и сегодня хотелось бы поговорить о новом направлении в железных видах спорта. Вань, что это такое? Кросслифтинг. Ну, кросслифтинг, как я понял, это завез Дима Глоков в Россию, в Москву. Вот, и будет проходить первый показательный турнир на SM Pro 19-20 числа. И он позвал меня участвовать в этом турнире. Вот сейчас интенсивно готовлюсь к нему. Кросслифтинг – это, как бы я понял, элемент кроссфита, тяжелой атлетики, силового экстрима, сборная в одном. Так как ты выходец из бодибилдинга, мышцы мешают выступать в этом направлении? В какой-то степени да. То есть вот эта вот забитость, объемы средние, они не дают, так скажем, делать некоторые элементы, мешают. То есть большая банка мешает там брать штангу на грудь. Active Lab. Жесткий контроль качества. Active Lab – один из крупнейших производителей в Европе. Широкий ассортимент по конкурентной цене. Обязательным элементом кросслифтинга является это в начале разминка, а потом где-то минут 15 растяжка. Вот. Поскольку у меня с растяжкой очень тяжело, да, я над ней достаточно много уже работаю, и есть небольшие успехи, то есть уже достаю до собственного плеча. Вот, сейчас будем разминаться. Тренировка будет на сегодня выглядеть так. Сейчас будет рывок штанги одной рукой. Попробую пойти на максимальный вес. Далее будет взятие в стойку штанги. Насчет веса не знаю пока, как пойдет. И закончим все 10-минутным комплексом. Это тяга в упряжке. То есть ко мне пристегнут сани с весом, я их буду тянуть. Затем прогулка фермера. И потом взятие на грудь в стойку. Сначала вес был 20 кг пустой гриф, потом был вес 40 кг, 50, 60. Сейчас был рекордный вес, взял только на правую руку, на левую немножко не хватило, 70 кг. Вот. Если это перевести в единицы измерения человек, то это такой худенький мужичок, либо полненькая такая девочка, плотненькая. Главное – это настрой и грязное лицо. Сейчас идет второй элемент, это взятие штанги в стойку. Этот элемент мне дается не так просто, как первый, потому что не хватает растяжения в руках. Как я говорил ранее, мешают бицепсы, но тем не менее, как бы за счет силы взрывной силы, физической силы, более-менее справляюсь с этим весом. Сейчас тоже пойду на максимальный результат. Этой дисциплиной достаточно уже недавно занимаюсь, всего где-то 3 недели. Вот. И не знаю, вот как ребята говорят, если добавить техники, могу выполнить мастера спорта по тяжелой атлетике. Вот, если мельдоний не найдут.
Наверняка многие делают покупки через интернет. У вас появилась возможность вернуть часть денег через сайт Smarty Sale. Smarty Sale – сервис, который возвращает часть средств с покупок в более чем 700 интернет-магазинах, в том числе и ваших любимых. Ссылка в описании. Вот это ты называется на 120% ложится. Что самое тяжелое было? Самое тяжелое санки. Везде тащить. 130 килограмм. Упряжки. Упряжки. А все остальное, в принципе, терпимо. Фу. Сейчас 5 минут будет нормально. Вань, насколько я знаю, ты начинал свое продвижение в спорте со сноуборда. Баскетбола. Потом ударился в бодибилдинг. И выступал довольно-таки удачно. На батутах там что-то ты прыгал. Да. Сейчас кросслифтинг. Ты себя ищешь, все никак найти не можешь? Нет, я себя не ограничиваю одним залом и железками. Я развиваюсь в разных направлениях. Желаю всем подписчикам быть разносторонними, как Ваня. Железного здоровья. Стального характера. Массы. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Бодимания.